Массовый замор рыбы на Бисеровом озере. Вся рыба в поиске кислорода вышла в ручей и, к сожалению, здесь погибла. А Министерство экологии Московской области уже работает, разбирается с ситуацией. Это все рыба. Озеро Бисерово. В основном уклейка, плотва, подлещики. Такую картину здесь наблюдаем. Вот. Рыбки не хотите ли? Вот так. Вот такой масштаб бедствия.